стрелять всех. А вы? На лесоповалы. Подонки! Не нужен нарушить божество и вечеринка. Дети, вам нравится капелла? Нравится. Они плохие. О, дети, перестройки! Девочки, хотите быть в капелле? Да. Очень. На 101 километр. Скорее. А почему их отпустили? Ведь было же нарушение общественного порядка. Это что, дрын надувной несут? Да. Так на нем «Долой спит» написано, вроде как по делу выступают. А что они скоты, так за это статьи нет. А кто такие бивни? Бандиты не лучше этих. Да, но ведь говорят, они борются с капеллой. Борются. Девок насилуют, придурков этих калечат. Не ревел, сейчас прибьют кого насмерть. Да. Вот они как раз под статью метят. А по-человечески я их понимаю. У самого руки чешутся на эту погонь. Ну, мне сюда. До свидания. Вы, молодые люди, зоветесь бивнями, не так ли? Ну. А почему именно бивни? А? Нравится. Нравится. А почему вы преследуете капеллу? Она нам не нравится. А вы ей нравитесь? А нам насрать. Так, ну хорошо, если вам на нее, так сказать, наплевать, то почему же вы ее преследуете? Нравится. Ну что ж, ответы исчерпывающие. Вы ведь крепкие ребята. Ну. А не покажете ли вашим сверстникам систему ваших упражнений? Ладно, покажем. Ну, давайте. Все-таки называетесь капеллой? Конечно же, из любви к хоровому пению. Может, споете что-нибудь? А ты подкалывай вечером на дискотеку, там и споем. Oh!
группа.